Сегодня ночью произошло подтопление, то есть разрушен полностью двор, разрушен забор, затоплен полностью дом. Где-то с 12 ночи сильный был удар, даже ворота вырвало. Вот они у нас до сих пор открыты, и вода до сих пор вот течет. Затоплены все комнаты, это 4 жилых, ванна, кухня и коридор. Уровень воды был больше метра. То есть нас ночью спасатели вытаскивали через окно, потому что не знали, какой уровень воды еще поднимется. Поэтому пришлось вызывать, чтобы нас эвакуировали. Ну а друзей вообще с крыши снимали. Сидели ночью на крыше, потому что просто было страшно, что творилось тут. Я считаю, что причина подтопления – это в том, что выше нас находилось раньше озеро, в которое вода поступала, и как-то более-менее сброс происходил по речке. А в настоящее время я так знаю, что этого озера уже не существует, и поэтому вся масса воды идет по речке, которая не справляется с данным потоком, и поэтому происходят вот такие вот затопления. Затопление на этой неделе – это третье уже. До этого были 2, но справлялись сами, но вот это вот просто разрушительное было сегодня ночью. Соседка у нас тоже женщина пожилая, у нее машину затопило в гараже. У нас, кстати, тоже 2 машины утонуло. Вот она сейчас сама там потихонечку убирает. Тоже всю ночь не спали, все время на телефонах. Но более-менее у нее так обошлось, у нас вот больше всего удар произошел.